Всем привет, дорогие друзья, и мы находимся с вами на трассе Феодосия-Джанкой, где, как известно, параллельным ходом протекает Северо-Крымский канал. В одном из роликов я показал вам трассу, какая она и в каком состоянии, где закончился ремонт. Ну и здесь же, соответственно, я не мог не показать вам наполняемость Северо-Крымского канала. Ну и посмотрите, это в районе села Новопокровка канал. Полный, как старые добрые времена. Полноводность канала даже видно вот по следам. Если в предыдущих разы я вам показывал, что было помельче, и там вот были видны уровни в разные года, то сейчас практически этих уровней не видно, потому что они все затоплены водой. Вода чистейшая, вода прозрачная, ну и эта вот вода требует минимальной очистки на очистных сооружениях города Керчи и города Феодосии, соответственно. А вода эта идет по Северо-Крымскому каналу в Восточный Крым, где питает по ходу движения еще Ленина, Ленинский район, Щелкино город, ну и, как я уже сказал, Керчь, Феодосию, и через Феодосию на Судак. Там тоже, кстати, будут ремонтировать водовод от Феодосии до Судака, капитальный ремонт. Ну и давайте мы с вами прогуляемся по всей длине канала, чтобы не быть предвзятым, я вам покажу не одну точку, а несколько точек Северо-Крымского канала, что воды здесь предостаточно, полнёхонько. Вот, кстати, снега, первая очередь снегов, если так можно сказать, уже растаяла. И сейчас на подходе вторая. Дожди, вот на момент выхода этого обзора уже и Симферополь завалило снегом. Там вот смотришь сводки погоды, температура понижается, так что еще будут осадки и много. Показывал я вам, сколько в горах снега, конкретно на горе Ай-Петри. Ну и вот небольшой кусочек, предыдущий ролик я тоже это показывал. Это граница, где закончились работы по трассе Феодосия-Джанкой. До Джанкоя порядка 30 километров еще. Это в районе поворота на село Зоркино, если ехать в сторону Джанкоя, плюс 500 метров. Вот граница капитально отремонтированной дороги, очень хорошо сделана. И что осталось? Около 30 километров. В 2021 году эту трассу закончит фирма ВАТ. С 1 февраля, кстати, масштабные работы начинаются по ремонту дорог в Крыму. И до 1 июля должны будут быть закончены, так как курортный сезон
Если дороги ремонтировать в курортный сезон, то на них наступит коллапс с учетом приезда отдыхающих. И вот так выглядит Северо-Крымский канал. Печальная, очень печальная картина здесь. Здесь все бурьяном заросло и другими сорняками. Вот так выглядит здесь Северо-Крымский канал. Это северней села Зоркино. Это если смотреть в сторону Джанкоя, да, действительно, до Армянска здесь Северо-Крымский канал, как пустыня Сахара или Каракум, какая кому больше нравится. Воды здесь ноль, и ее здесь нет. Но дело в том, что мы с вами сейчас в поисках, где идет сброс воды в Северо-Крымский канал. Был у меня уже ролик, я показывал уровень воды в Северо-Крымском канале. Задался я этой целью месяц два или три назад. И все-таки нашел, где сбросная камера и где вода подается, пока подается в Северо-Крымский канал, чтобы доставить ее в Восточный Крым. В какие города я уже перечислил. Так как пока другого выхода нет доставки воды, то приходится, конечно, сбрасывать артезианскую воду в Северо-Крымский канал, где большая фильтрация происходит этой воды и огромное зеркало воды для испарения. Вот мы подлетаем к очередной насосной станции, коих очень много на протяжении всего Северо-Крымского канала. Как видите, станция абсолютно безжизненна. И здесь вот такая, еще раз повторю, печальная картина. Это вот как раз, собственно говоря, и дорога на Зоркино. Вот этот мост и с левой стороны село от трассы Феодосия-Джанкой порядка там 2-3 километра и село Зоркино, это Нижегорский район. Этот вот мост уже снизу, только что мы его с вами видели сверху. И посмотрите, здесь Северо-Крымский канал пуст. Но стоит еще от этого вот поворота проехать 6-7 километров возле ориентир, возле села Межевое. И открывается совершенно другая картина, дорогие друзья. Ну, здесь, конечно, даже здесь вот граффити, посмотрите, это же надо залезть под мост, чтобы там баллончиками побаловаться с краской. И вот уже совершенно другая картина. Мы наблюдаем здесь вода, вода прозрачная. Это у нас уже приблизительно 32-33 километра от Джанкоя, если брать, начинается водоподача. Здесь в 32 километрах от Джанкоя сбросная камера, куда сбрасывают свои воды. Именно вот в эту камеру сбрасывает воды два водозабора. Это Нежинский и Просторнинский. Новогригорьевский чуть дальше, но тоже в Северо-Крымский канал. Сейчас мы найдем с вами исток вот этой сбросной камеры. Ну, фактически, расскажу вам немножко, что вода подается в Северо-Крымский канал из трех водозаборов. На каждом водозаборе по 12 скважин глубиной от 110 до 160 метров. Общий сброс воды в Северо-Крымский канал этих трех водозаборов 195 тысяч кубических метров. Вот она, сбросная камера. С Просторнинского водозабора по двум ниткам диаметром 800 мм и протяженностью 10,3 км вода подается на Нежинский водозабор. И с Нежинского фактически с двух водозаборов по двум трубам диаметром 900 мм в ЧШГ доводится до сбросной камеры в Северо-Крымский канал, которую мы сейчас и видим. Южнее села Зоркино, ну, можно сказать, даже ближе к селу Межевое. Вот это сбросное сооружение, сбросная камера. Конечно, еще раз повторюсь, что пока другого выхода нет, артезианскую воду приходится доставлять в Керчь и Феодосию вот таким способом. Кстати, сразу скажу, что в Керчи ограничений по воде нет. Единственное, воду отключает, когда идут порывы в сети. Они достаточно часты, так как изнашиваемость труб порядка 80, а то и может и 90%
еще с советских времен лежат трубы, они и не ремонтируются. И вот копают хмуты и ставят, рвется от гидроудара в другом месте. Ну и, как говорится, почувствуйте разницу здесь. Кстати, вот где сбросная камера, тут дамбы пришлось ограничить, Северо-Крымский канал, чтобы вода не перетекала в северную часть, то есть в сторону Джанкоя, а шла вся в сторону Феодосии и Керчи. Но пока это временная мера. Сейчас идет очень активное строительство. Прокладывают вдоль Северо-Крымского канала трубы, по которым вся эта вода с этих всех водозаборов трех будет уже заключена в трубы, и по ним будет подаваться в сторону Керчи и Феодосии. Здесь уже до Владиславовки трубы уложены. На этом вот я вам показывал видео, как работы идут. Во Владиславовке строится мощная насосная станция НС-2. Ну и вот, посмотрите, вот он, этот сбросной канал. Чистейшая водичка, можно даже было пить. Что-то я вот с тобой стаканчик не взял, то бы продемонстрировал. И вот на НС-2 распределение потоков идет. Часть воды уходит на Феодосию, часть воды уходит в сторону Керчи. До Феодосии 11 километров будет водовод ПНД труба, а в сторону Керчи 2 800-ки чугунина ВЧШГ, и длина 93,5 километра протяженность будет, с подачей воды 89 тысяч ежесуточно. Это в сторону Керчи. Конечно, по дороге будут отводы на Ленина, Щелкина, ну и, соответственно, Феодосия. Но пока вот так вот, посмотрите, полно воды вот в этой части канала. До краев. Естественно, что вот обильные снега прошли, дожди, снега, извиняюсь. Все это вот сейчас растаяло, видите, почти и следа не осталось от этого. То водоносные горизонты тоже пополнились за счет талых вод. Но здесь в меньшей степени, если вот брать Керченское водохранилище, Феодосийское, там практически притока воды в эти водохранилища не было. Но Северо-Крымский канал, скважины пробурены, как я уже сказал, 110-160 метров, водоносные горизонты. Ну и рассчитывают вот... Разговаривал я, когда первые обзоры делал по этим вот водозаборам, разговаривал с людьми, что некоторые скважины до 50 лет работали и до сих пор еще работают, были пробурены в советские времена еще. Но дело в том, что почему в советские времена не было таких технологий, чтобы вот бурить такие скважины для водозаборов. Да, были отдельные случаи, скважины бурили, вот, но построили вот Северо-Крымский канал, и эти скважины, разведка была, законсервировали до лучших времен. Но вот, как говорится, лучшие времена настали, и сейчас со скважин качают воду. Тем более сейчас в Симферополь, Бештерек-Зуйский водозабор, я его вам показывал, еще вот только-только начали строить, я его сразу же вам показал, там 20 тысяч кубов пока будут подавать на Симферополь. Но опять же повторю, это один из источников подачи, а то не слишком умные люди будут писать, что 20 тысяч это там руки помыть для Симферополя один раз. Это один из источников подачи воды в Симферополь. Ну и еще Бештерек-Зуйский, там очень мощные залежи пласты, там скважины на 450 метров бурят. Ну и Севастополь уже такие обнадеживающие факты, там Чернореченское водохранилище, приток воды от таяния снегов туда идет больше, чем расход с него идет. До 300 тысяч кубов в сутки поступает Чернореченское водохранилище. Таяние снегов, река Черная, ну и другие речки. Так что мы сейчас пока вот смотрим на это. Посмотрите, вот дно видно, какая чистая водичка идет.
И давайте прогуляемся по Северо-Крымскому каналу, посмотрим, вот в нескольких местах специально показал. Ну, конечно, все я вам показать не могу, достаточно длинное это дело и занятие будет. Ну, вот отдельные точки показываю вам. Здесь вот даже берегов не видно, посмотрите, вода почти в уровень. Здесь отвод вправо, растительный канал, поэтому вот здесь выложены плитами. Ну и сейчас мы это все еще посмотрим с вами. Поднимемся повыше и заглянем вдаль. Ну, пока вы смотрите, скажу, что укладка труб от Владиславовки до Керчи идет полным ходом, активно идет. Показывал я вам, что уже там почти до 700-ок проложили трубы от Владиславовки. Есть у меня ролик, при желании можно посмотреть, найти. Две 800-ки укладывают чугунину. Вот. Ну а Северо-Крымский канал, естественно, оставят для естественных. Там осадки будут скапливаться, может быть, какие-то излишки будут подавать для орошения сельхозугодий. Вот, собственно, один из растительных каналов, отвод от Северо-Крымского канала. Видите, вода в нем есть. Вот если брать, я заметил расстояние около 850 метров. Ну, здесь тоже ограничено вот плотинкой такой, чтобы дальше вода не уходила. Это вот для полива, посмотрите, сколько труб здесь лежит, для полива вот сельхозугодий. Вот там плотина, ну даже через нее водичка просачивается, но не сильно. Ну, естественно, две реки. Салгир пока не питает Северо-Крымский канал, проходит она мимо, уходит. Ну и Биюк-Карасу, вот она как раз и заходит в Северо-Крымский канал, и в разные годы по-разному. Когда слишком большой поток воды в Северо-Крымском канале, сбрасывали в Биюк-Карасу, но сейчас наоборот все. Ну вот такой у нас получился ролик, дорогие друзья. Всего вам хорошего и до свидания.